Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня, и сегодня я с вами буду делиться с вами покупками ароматов, и не только ароматов. В общем и целом мы с вами будем распаковывать мою новую посылку из интернет-магазина rendezvous.ru. Это мой любимый магазин парфюмерии и косметики. И теперь я там заказываю не только духи, но и уход, а также еще и декоративную косметику. Это очень здорово. У меня сегодня интересная посылка. Я вчера не выдержала. Распаковала всю коробку, все раздербанила, все открыла, все следы сняла. Не выдержала, но тем не менее хочу с вами поделиться всем. И немножко даже первыми впечатлениями от продуктов, которые я приобрела. И прежде чем мы начнем, я хочу поделиться с вами отличной новостью. Сегодня у нас с вами 23 мая, да? Какое сегодня число? Напишите в комментариях. Так вот, 24 и 25 мая в интернет-магазине rendezvous.ru будет повышенная скидка на аромабоксы, на наши с вами любимые аромабоксы. Соответственно, как обычно, делюсь с вами своим промокодом на скидку еще дополнительную 10%. Она всегда суммируется со всеми предложениями на сайте. Пользуйтесь, заказывайте себе новую парфюмерию. Лично я очень люблю аромабоксы. Именно из них у меня появляются мои новые хотелки. Но я думаю, что это, в принципе, очень удобно. И наверняка вы все очень хорошо знакомы с аромабоксами. Поэтому заглядывайте в интернет-магазин «Рандеву», пользуйтесь скидками. А я с вами буду сейчас делиться своими новыми покупочками. Первое, к чему тянется моя рука, это, конечно же, подарки из интернет-магазина «Рандеву», который всегда кладет какие-то пробники. Да, невозможно понять действие косметического продукта, если вы воспользовались им один или два раза. Пробников хватает на 1-2 раза. Но я для себя отметила вот что. Если мне очень нравится эффект, я прям добавляю в избранное этот товар. Потому что мне один раз пришла сыворотка витамином С, которая мне безумно понравилась. А еще была очень крутая скатка. Так вот, на этот раз у меня молочная сыворотка от корейского тоже бренда. И кремушек с улиточкой от бренда Zasim. Тоже очень здорово. Попробуем. Дальше. Мне попадается под руку вот такой вот ароматик. Я вам уже рассказывала, что свою коробочку от предыдущего аромабокса я приспособила вот под такие отливантики. В интернет-магазине «Рандеву» тоже 1000 раз вам рассказывала. Вот такие вот штучки по 8 мл с надписью, без крышечки. Их очень удобно ставить прямо в аромабокс. Вот так вот. И удобно хранить таким образом. Пришло мне все в пакетике. У меня здесь аромат Wild Питон, Мансера. Я продолжаю поиски своей идеальной версии аромата от бренда Kilian Gugelambet. Моим любимым на данный момент является Attar Collection Королева Шеба. Ничего пока не переплюнула, но вот этот парфюм я тоже решила попробовать. На него очень хорошие отзывы. И знаете, я вчера его попробовала, но не совсем поняла, потому что у меня после моей трехдневной болезни чуть-чуть с запахами стало что-то не то. Прикиньте, какое горе для парфманьяка. Реально. Я даже подошла на улице к сирене, и мне она пахнет не так восхитительно, как обычно, как все годы я ее любила. Потом, мой любимый зеленый чай Тесс пахнет мне не так и вообще невкусно. Вот, я жду, пока у меня обоняние придет в норму, потому что у меня в организме произошел какой-то непонятный сбой, от чего я пролежала 2 дня с температурой. Ну, да ладно. Здесь, вы знаете, это более острый аромат, он более горький даже, я так скажу. Острый по характеру, но горький по звучанию. Здесь те же самые персики, но они более холодные, более дымные, более мускусные, что ли, даже немножко уходят в индол. Я не знаю, это мой нос так со мной прикалывается, либо такой аромат. Поделитесь со мной впечатлениями, кто с ним знаком, я, конечно же, буду разнашивать и еще делиться с вами. Следующий продукт, который у меня здесь лежит, это вот такая замечательная подводка от бренда Physicians Formula. Это моя любимая подводка для глаз. Здесь, кстати, капельки воды. Я вчера, когда распаковала коробку, такая: капельки воды? Это что, нарисовано? Нет, они выглядят как натуральные. А на самом деле, реально, на самой подводке там такие пластиковые, как капельки воды сделаны. Раньше такого не было. Ну, короче, это такой дизайн. В общем, это не самое главное. А суть в том, что эта подводка просто прекрасная. Она замечательная. Вот так она выглядит. Я раньше всегда ее покупала, потом она пропала. То ли на нее цены взлетели. Сейчас на рандеву, по-моему, хорошая на нее цена. 1000 рублей. Если используете промокод, будет еще дешевле. Имею в виду промокод на общую корзину, потому что мой промокод на 10% он действует при заказе от 2500 рублей. Имейте это в виду, но зато он многоразовый, его можно использовать и до бесконечности. Подводка заявлена как водостойкая,
и как ухаживающая. Якобы в ее составе содержится сыворотка, которая улучшает ресницы. Здесь у нас кисточка. То есть это не фетр, это кисть. И я такие подводки люблю гораздо больше. Рисует она идеально, то есть там не надо ни к чему приспосабливаться. Причем хватает ее очень надолго. То есть я пользовалась ей, не знаю, год своей предыдущей, и вот обновила. Так, дальше. Парфюм. Это аромат из моего виш-листа. Burberry London. Тот самый, который я хотела и совершенно не ожидала, что я услышу в этом парфюме вообще, когда я его получу. То есть тестировала я его очень давно, и я была уверена, что это такие холоднющие, не сладкие белые цветы. На самом деле цветы сладкие, белые. Здесь жасмин, и при этом мне дает какой-то ягодностью. Вот знаете, как тубероза бывает земляничная, виноградная. Вот здесь тоже есть такой оттенок земляничности, виноградности, вот этих белых цветов, но главенствует, конечно же, жасмин. Я даю ему еще время отстояться, настояться. Смотрите, какой малышок. Аромат мне очень понравился. Я 1000 раз говорила о том, что люблю белые цветы и жасмин. Надо мной уже начинают прикалываться в моем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Что типа, Аня, неужели там снова белые цветы? Да, снова белые цветы. Куда же без них? Делитесь своим мнением. Я знаю, что очень многие любят аромат Burberry London, поэтому вот теперь у меня он появился, и я понимаю, почему. Дальше. Обратили ли вы внимание, чем накрашены сегодня мои глаза? Давайте я вам поближе покажу. Я уж не знаю, насколько передает этот цвет, эта камера, но у меня снова на глазах спаркл от бренда Limoni. Я заказала его в новом оттенке, и это оттенок 009. У меня есть еще несколько хотелок вот этих теней. Один я вам уже показывала, также я с рандеву его тогда приобретала. Вот. Но сейчас там моего любимого и очень ожидаемого оттенка нет пока в наличии, но зато есть в наличии очень крутые другие, и я несколько себе уже отложила в избранное, и вот 9 мне уже пришел. Это такой, знаете, бронзово-зелено-розовый спаркл, дуохромный. Вот он здесь защищен такой штучкой, вот, потому что тени очень хрупкие. Сложно, конечно, показать, как это выглядит в коробке. То есть на глазах вы видите, да, эффект, я надеюсь, по крайней мере. Вот сейчас попробую вам показать на пальчике, потому что, ну, это невероятно. Это не просто шиммерные тени, да? Это спарклы. Нет, не видно, да? Это доухромный такой перелив должен быть. И сияние из космоса кажется такой. Он вроде опять со мной играет. Свет. Такой доохромный перелив. В общем, это очень круто выглядит в жизни при электрическом свете. Присмотритесь, кто не пользовался, потому что я лично спарклы за последнее время очень полюбила. И даже добавляла их в фавориты весны. Кто не смотрел видео, тоже обязательно посмотрите. Дальше, впереди нас ждет еще одна парфюмка. Но прежде я вам покажу вот что. У меня здесь вот такой набор от бренда J. Mela. Я надеюсь, я правильно прочитала, потому что название непереводимое. In France. Это корейский уход за волосами. Называется почему-то In France, но тут есть одна фишечка в этом уходе. Средство с восхитительными ароматами. То есть, например, у меня здесь маска для волос с ароматом мандарин, базилик, ветивер. Понятненько? Я об этом бренде слышала очень давно, еще заскринила себе когда-то в телефон, что один из этих ароматов вот в этой марке похож на Шанель номер 5. Такой же холодный, альдегидный. Реально, то есть у пары блогеров я это увидела. Здесь не Шанель номер 5, но пахнет он потрясающе. Необычно люксово. И вообще вся вот эта вот банка, она сама по себе очень люксово выглядит. Это не стекло, понятное дело, но тем не менее, произведено в Корее 500 мл. И когда я увидела этот бренд на рандеву, я просто сразу же положила их себе в корзину. Потому что уход за волосами, он нужен всегда. Я ничего особенного не делаю. Кстати, вы у меня запрашиваете бесконечное количество раз видео про волосы. Видимо, это новые люди, да, которые ко мне пришли за последний год. И это понятно. Но видео про волосы выходило. Я его оставляю здесь. Если вы хотите посмотреть, ну, вы там ничего не найдете сверхъестественного, да, потому что мои волосы – это природа. То есть я не добивалась никаких результатов. Мне говорят, как вы добились таких результатов, как вы отрастили такие волосы. Никак, просто мне повезло. Ну, плюс я ухаживаю за волосами с помощью маски, шампуня и средств несмывашек. Вот один из них, между прочим.
буду пробовать. Обязательно пишите, знакомы ли вы с этим брендом, потому что я лично очень заинтересовалась. По-моему, там также есть продукция для тела. Это у меня была маска. И еще у меня, конечно же, есть шампунь. Вот шампунь выглядит так. Ну, такая же баночка. Но аромат у меня здесь мандарин, пинг пион, white mask. То есть это вообще потрясающий аромат. Понимаете, да? Пион, белый мускус. Ну, то есть, блин, это круто. Я их как бы пробовала вчера тоже. Но тут нужно, понимаете, да, пахнет прям люксово. Тут нужно пробовать в ванной, в душе, когда это все с водой соприкасается. Игра света и тени. Игра света и тени. Когда это все с водой соприкасается, аромат раскрывается в полной мере. В общем, бренд меня очень заинтересовал. Я безумно рада, что приобрела здесь себе продукт. Конечно же, ссылки на все будут в описании. И последняя моя покупочка — это Jimmy Choo Флораль. Я вообще не планировала к покупке этот аромат. Просто я заказала другой изначально, но его не было в наличии. Мне позвонили, попросили заменить. И я заменила на вот этот, потому что я увидела его у девчонок. В принципе, о бренде Jimmy Choo сейчас много говорят. И вот я решила, смотрите, какой потрясающий мятный цвет коробки. Он у меня перебивает мою подсветку. Ну ладно. Вот здесь 60 миллилитров. И я решила, почему бы мне тоже не попробовать. Тем более сейчас лето на носу, и что-то такого вот хочется. Здесь и внутри также красиво. В общем, цвет от меня покорил. И флакон тоже меня покорил. Потому что здесь даже крышечка такого же оттенка. В общем, знакомы ли вы с этим ароматом? Пишите обязательно свое мнение, потому что я пока не поняла. Здесь на старте очень яркий нектарин. И он реально ощущается, и это очень круто. Прям так настолько вкусно, настолько нектарно, фруктово. А дальше уходит все в такой цветочный букет. Но аромат у меня меньше суток. И поэтому я еще пока не поняла, как он пахнет. Но, скорее всего, это такой классический звенящий цветочный букет. Безумно приятен на весну и на лето. И мне хочется услышать ваше мнение об этом аромате. Ну что ж, вот такие у меня были покупки, приобретения. Ссылки на продукты и промокод, конечно же, оставляю в описании. Не забывайте туда кликать. Переходить, покупайте выгодно. А я с вами на сегодня уже буду прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы по каким-то причинам пока этого еще не сделали. Поставьте лайк этому видео, меня это очень поддержит. И мы с вами обязательно и очень скоро увидимся в новых роликах. Пока-пока!